В Барнауле местная администрация провела очередной фестиваль культур народов России. Вот только на него забыли пригласить русских, да и коренных народов практически не было. Получился фестиваль местных анклавов, которые уже приравняли к коренным народам. Миграционная политика требует полной перезагрузки. Качественной, глубокой, стопроцентной перезагрузки. Не каких-то дурацких шахер-махер, так, наведения там этих финтифлюшек, а полной перезагрузки. И вот эти глобалистки, она, кстати, тоже глобалистская. Она как бы корнями из глобалистских 90-х. И вот эти все, так сказать, знаете, попытки воспитать коренное население, коренное, опять же, это все туда же. Вот, знаете, хорошая у нас миграционная политика. Население подкачало. Народец говно. Вот, ну, не понимает он, так сказать, до своего счастливого будущего, да, не понимает, и все. Вот такие подходы ни к чему, как бы, не приведут, и разжигание будет не с этой стороны. Вы можете вообще сколько угодно заливать все вот этими фразами, а реальность на улице, так сказать, и в жизни, она будет их опровергать каждый день, и тоже потеря доверия. На фестивале были десятки флагов иностранных стран и портреты их лидеров. А вот российские флаги, очевидно, вывесить забыли. Непонятно, что творится в голове местных чиновников. Они хоть понимают, за чей счет они покупают машины и квартиры своим любовницам и отправляют детей жить за границу. При этом они называют всех, кто обличает их, шумерами. Хорошо устроились паразиты. Справедливости вам и терпения. Мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.